Крупная моторика – фундамент развития. Это название проекта Центра физического и интеллектуального развития детей и взрослых «Подсолнух». Так дети с особенностями здоровья могут пройти реабилитацию в центре бесплатно. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. На занятиях в «Подсолнухе» побывала наша съемочная группа. Глазки посмотрели, ручку посмотрела и вернулись обратно. Хорошо. Маленькая Анюта – настоящий боец. Каждое осознанное движение дается Ане с трудом. Все 10 лет своей жизни она борется со сложным диагнозом. Аня не ходит самостоятельно, с трудом говорит. На занятиях девочка учится держать опору, контролировать свое тело, работает над координацией движений. Аня очень старательная девочка, все понимает, пытается контролировать тело. Это, несомненно, большой плюс, что она старается и все понимает, и мы стремимся. И у нас хорошая динамика в этом направлении имеется. Что главное, для родителей такие занятия абсолютно бесплатны. Центр «Подсолнух» выиграл президентский грант. И теперь в течение года специалисты центра занимаются с особенными детьми и их мамами. Каждые 2 месяца набирается группа по 15 человек. Каждая семья проходит консультации у нейропсихолога и специалистов по адаптивной физкультуре. По показаниям, ребята начинают индивидуальные занятия. На сегодняшний день занятия прошли 30 детей и 30 матерей детей-участников проекта. В июле заканчивают еще 15 детей и 15 матерей. Проект направлен на коррекцию и улучшение крупной моторики, так как она является фундаментом развития нервной системы и опорно-двигательного аппарата. А в рамках проекта дети распределены между 3 специалистами – нейропсихологом, инструктором АФК и специалистом АФК. В особой поддержке нуждаются и мамы детей с нарушениями здоровья. В рамках проекта они тоже учатся. Занимаются со специалистом по женскому здоровью и вместе с ребенком посещают психокоррекционные занятия. В рамках проекта с нами, как с мамами, тоже занимаются. И мы занимаемся нейрофизкультурой, то есть там в основе метод Фелденкрайза и осознанное дыхание. То есть мы, так скажем, перезапускаем нашу нервную систему. И почему это важно? Потому что ребенок должен брать ресурс откуда-то. И если мама не в ресурсе, конечно, очень трудно ребенку развиваться, искать какой-то познавательный импульс или вообще совершенствовать себя. С августа Центр физического и интеллектуального развития детей и взрослых «Подсолнух» набирает новую группу семей для бесплатной реабилитации детей с нарушениями здоровья. Заниматься со специалистами будут ребята от 5 до 11 лет в течение 2 месяцев. Записаться на консультацию можно в группе во ВКонтакте Центра «Подсолнух».